Привет, друзья! Сегодня мы подробно рассмотрим пляж гостиницы Vista Sol, поскольку он является одной из главных причин, собственно, зачем люди отправляются на Доминикану. Так вот, чтобы увидеть райские доминиканские пляжи, и мы разберемся, насколько же райская пляжная линия у этой гостиницы. Отель в прямом смысле этого слова следит за качеством пляжа. Это касается не только песка, но и в целом о порядке вблизи океана. Линия шезлонгов отеля плотно уходит до самой кромки воды. Охрана гостиницы не дает многочисленным торговцам всякой всячиной беспокоить туристов, которые желают послушать шум волн и побыть максимально близко к воде. Приставал на отдыхе, конечно же, не любят. А их в Доминикане очень много. Что касается водорослей, то местные относятся к данному явлению с правильной долей юмора. Они называют их доминиканским снегом, намекая на то, что в их климате есть точно такие же осадки, как у нас. И в этом нет ничего устрашающего. Ну пусть будет так. Несмотря на это, пляж чистят активно, по 2 или 3 раза в день, в зависимости от степени загрязнений. Во многом количество водорослей зависит от сезона. Летом их больше, когда идет высокая волна, то соответственно приносит больше водорослей. В других обзорах можно найти информацию, что здесь растет ель и соседствует с пальмами. Да, так и есть. Но этот факт совершенно не должен вызывать взволнованности перед выбором гостиницы. Иголки, которые падают в песок, острыми назвать язык даже не поворачивается. То ли они размякли от жары, то ли это особый доминиканский сорт. Одним словом, с детьми совершенно комфортно отдыхать и не нужно заботиться о специальной обуви. Райские доминиканские пальмы в отеле повсюду. Для тех туристов, которые желают наслаждаться именно пальмами, то гуляя по территории можно насчитать сотню другую пальм разной высоты и формы. Словом, это рай для пальмовых гурманов. Далее про песок. Вблизи отеля он чистый, мягкий и приятный глазу. Заход в воду пологий и плавный. В дневное время суток, когда ярко светит солнце, можно ощутить себя настоящим первооткрывателем, прибывшим в ту самую красивую Доминикану. Океан переливается сотней оттенков синего цвета, а песок играет желтыми тонами. Пляжная полоса изгибается, даря туристу ту самую картинку из давних мечтаний о Доминикане, так что в этом смысле отель Vista Sol не покажется бюджетной или урезанной Доминиканой на минималках, наоборот. Здесь есть все, чтобы вдоволь насладиться страной и почувствовать, что выбор был сделан правильно. Выбирайте Vista Sol.